Серые зарплаты вне закона. Сегодня об этом предпринимателям в очередной раз решили напомнить сотрудники налоговой службы. Инспекторы отправились с проверкой по местам общественного питания, руководители которых уже нарушали законодательство. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Два просторных зала, больше 50 мест, но администратор пытается убедить инспекторов, что это кафе обслуживают только 3 человека. Ее словам, сотрудники налоговой службы верить отказались. У вас какой режим работы? У нас с 10 до часа ночи. И работают всего 3 работника каждый день без выходных. Ну как меняется? А как, с кем меняются, если всего 3 работника работают? Значит, у вас больше работников? Получается больше. Вывести на чистую воду администратора все же удалось. По документам в кафе трудится 3 человека, еще 4 получают зарплату в конвертах. Выяснилось и другое. Уже 3 года руководители не оплачивают налоги. Сейчас вам выпишут уведомление о явке. Угу. Руководитель или главный бухгалтер со всеми договорами должна будет явиться на комиссию. До конца недели обязаны оформить официально и работников этого кафе. Его фискалы посещают далеко не в первый раз, но руководители по-прежнему наступают на старые грабли. Очередная проверка показала, что по договору здесь трудится только 1 человек, хотя на рабочем месте инспекторы застали еще 5. А вы сегодня здесь первый день? Сегодня первый день. Третий день. Третий день. Угу. А как вы третий день без трудового договора? Нет. Они же как? Как вас допустили для исполнения своих должностных обязанностей? Нет, они не допускали. Я смотрю еще. Они, если я не нравлюсь им, они не берут. Это как говорится? Но все равно же вы должны до того, как вы приступаете к своему исполнению должностных обязанностей, заключить трудовой договор. Директор пообещала, что уже на следующей неделе работники начнут получать заработную плату по договорам. Татьяна, все устраним, то, что кое-какие нарушения были выявлены. Работаем недавно. Завтра мы обязательно предоставим все договора в налоговую. Все договора трудовые заключите. Трудовые заключим обязательно, да. Каждый год сотрудники налоговой службы проводят более 1000 подобных рейдов. По результатам этой работы 844 работодателя заключили трудовые договора со своими работниками или повысили заработную плату до реальных ее размеров. 79 физических лиц зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. 727 работодателей уплатили в бюджеты нашей республики налог на доходы физических лиц. С нарушителями представители налоговой службы беседуют на комиссиях. Чаще всего предприниматели стремятся устранить нарушения сразу, не дожидаясь повторных проверок. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов, Республика.